При организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой группа представителей диаспоры посетила Шушу. В осуществленной в рамках проекта «Мы в Шуше» благодаря силе железного кулака поездки приняли участие 130 представителей диаспоры из 27 стран. Гости посетили главную площадь нашей культурной столицы Базарбаши, Джидыр-Дюзё, побывали на площади, где размещены подвергшиеся армянскому вандализму расстрелянные бюсты, в доме музея Хуршидбану Натаван, ознакомились с мостом, где была подписана, с местом, где была подписана Шушинская декларация, а также с Генжинскими воротами, мечетями Ашагы и Юхары-Гёфер-Ага и другими достопримечательностями. Они также ознакомились с проводимым в нашем древнем городе в послевоенный период работами по реконструкции и благоустройству.